И вообще у меня к сексу вообще очень интересное отношение. Потому что есть еще опасность. Очень большая опасность психологическая. Вот я так заметил, что вот наш мир сейчас, во-первых, не то, что там на обвинениях. На обвинениях и претензиях и так далее. Как только человек начинает, я ему объясняю тему, что такое претензии, обвинения, бабство и обидки. И когда человек начинает слышать, и я говорю, что процентов 70 всех разговоров начинается с упрека, просто с упрека. Че не звонил, куда пропал? Мне говорят, какие 70? 120? То есть тебе просто звонят, и че ты? Да ничего. То есть просто еще даже не объяснили, че. И че ты? Что и че? И так далее. И вот обоснованность претензий уже никому не интересна. Ну, прям все сейчас соревнуются, кто кого больше упрекнет, кто кому больше будет должен.